прилетели мы в Сингапур. Сейчас идем на метро, а потом будем заселяться в отель. Сейчас едем в китайский квартал смотреть, что там находится. Говорят, там очень много туристов живет. Сейчас решили зайти в сувенирный магазин в китайском квартале, посмотреть, что здесь продается. Сейчас я нахожусь в Сингапуре. Сзади меня находится отель Marina Bay. Это один из самых известных отелей в этом мире. Сейчас идем в океанариум смотреть, как плавают рыбки, да и не только рыбки.
сейчас находимся на крыше отеля Mariana Bay, в одном из самых дорогих отелей в этом мире. Вот небольшой его обзор. Сейчас мы уезжаем из Сингапура и дальше будем двигаться в Малайзию. Сингапур на этом пока что закончен. После Малайзии мы летим на Бали, а после Бали мы прилетим обратно в Сингапур, чтобы улететь уже обратно в Москву. Вот такие дела.